Рад всех приветствовать на своем канале. В этом видео я расскажу вам о нескольких способах получения криптовалюты абсолютно бесплатно. К тому же расскажу о новом листинге, который стоит брать во внимание. Начнем мы, пожалуй, с нашумевшей новости про форк биткоина. Bitcoin Ultimatum. Этот форк был создан для того, чтобы предоставить своим пользователям наилучшие качества и функции криптовалют. Для этого давайте познакомимся с BTCU поближе. Главной особенностью форка является модифицированный алгоритм. Чтобы избежать классического, чрезвычайно энергозатратного майнинга, был создан уникальный блокчейн, основанный на алгоритме майнинга LPOS в сочетании с POA, где LPOS будет использоваться для майнинга пользователями, а POA для валидации транзакций. Основные преимущества LPOS – это демократическая форма управления, масштабируемость и относительно низкие затраты на обслуживание сети. Валидация будет происходить с помощью 20 мастер-нод. При этом во избежание централизации сети 10 валидаторов будут определяться самой командой. Эти 10 валидаторов – это блокчейн организации и ведущие криптобиржи, которые будут поддерживать форк и его распространение. Остальные 10 будут определяться сообществом на основе принципа POS. Использование протокола POA позволит увеличить пропускную способность блокчейна и получить скорость в начальном этапе 200 транзакций в секунду с возможностью масштабирования до 10 тысяч. Это существенно увеличит скорость и сделает обмен информацией комфортным для пользователя. Стоит помнить, что первым и самым важным элементом в любой блокчейн сети, особенно в отношении транзакции, является анонимность. Чтобы пользователи BTCU оставались анонимными при совершении транзакций, команда разработчиков добавила возможность осуществлять частные переводы внутри сети. Команда BTCU ставит перед собой задачу разработать направление смарт-контрактов и внедрить технологию AtomicSwap непосредственно в протокол блокчейна, чтобы позволить выполнять транзакции не только в рамках одного блокчейн-протокола, но и взаимодействовать с другими протоколами. Согласитесь, нововведения очень даже крутые. И все-таки, как же нам получить заветные BTCU? Будет происходить массовый airdrop в соотношении 1 к 1 к вашему балансу биткоина. Все очень просто. Допустим, если у вас есть 0,5 биткоина на кошельке, то вы имеете право на получение 0,5 BTCU. Все, что от вас потребуется, в сети BTCU ввести свой собственный адрес биткоина. Но есть еще более простой способ, интересный. Это можно сделать при помощи биржи CoinsBit. Просто держите свой биткоин на этой бирже, и вы получите такое же количество BTCU на свой баланс. Этот способ, как по мне, наиболее легкий. Поэтому, я думаю, стоит зарегистрироваться на бирже CoinsBit прямо сейчас и выполнить условия для получения форка. К тому же биржа постоянно проводит новые листинги, и уже 30 сентября произойдет старт торгов от крутого проекта Loans DeFi. Loans DeFi – это криптовалютная платформа, которая занимается кредитованием. При этом используются децентрализованные и не связанные с хранением технологии, чтобы предлагать лучшие кредитные предложения для пользователей. Loans DeFi использует лучшие смарт-контракты Ethereum и скрипты криптовалют. В этом вы можете убедиться самостоятельно, посмотрев уже готовые аудиты. Данная платформа – это крайне востребованный и необходимый инструмент и листинг на топовой бирже CoinsBit. Это лучшее предложение для мощного старта и дальнейшего роста этого проекта. Листинг произойдет 30 сентября, поэтому отметьте себе этот день в календаре, чтобы не пропустить иксы и большую прибыль.
Ведь листинг будет проходить в формате SLC. Основной особенностью SLC является безопасность инвестиций. По окончанию продаж устанавливается страховочный ордер на полную сумму проданных токенов. Благодаря этому цена технически не может упасть ниже. Вы только посмотрите на предыдущие листинги на бирже, которые давали от нескольких иксов до целых сотен. Просто вдумайтесь, купив криптовалюту на старте торгов на $100, с такими иксами вы можете получить до 10 тысяч. Неплохо, правда? Таким ярким примером может послужить токен Opit или, например, Nail, который обогатил своих инвесторов. И да, уже запущен новый конкурс Nail и Bitcoin Ultimatum. Это целый список заданий, и думаю, каждый сможет найти для себя что-то подходящее. Можно размещать на вашей аватарке логотип или приглашать друзей. А еще, если вы творческая личность, можете придумать стих или мем. В общем, список заданий очень широкий и есть где разгуляться. Вознаграждения тоже очень внушительные, поэтому я рекомендую не пропускать этот конкурс и обязательно участвовать в нем. При этом, что это все абсолютно бесплатно и доступно абсолютно каждому. Поэтому регистрируйтесь на бирже CoinsBit, и она поможет вам в приумножении вашего баланса криптовалюты. Все необходимые ссылки я оставлю под видео в описании. Друзья, на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока!